Oh well. Karma's a bitch. Как вы могли понять, мы сейчас находимся в Австралии, и наше путешествие только начинается. Удачи нам на соревнованиях. Салют! Нашим алматинским друзьям. Нашим казахам, казахстанским. Что там вам говорят? Зима, да? Холодно. А вот у нас вот, смотрите, в Австралии. Давай. Ты уже снимаешь? Значит, через пару дней мы выступаем, а пока есть возможность поплавать. Присоединяйтесь на такой... Вот в этом месте мы будем проходить первую тренировку разминочную. Это наш разминочный зал. Сегодня уже первый день соревнований. Посмотрим, на что мы готовы. Сегодня выступаю я на кольцах, потом Нариман, Данил и Милат. Вот это Рот Лейвер Алена. Здесь мы будем выступать. Что такое Нарик, Рот Лейвер Алена? Ты же у нас теннисист. Теннисист великий. В честь него назвали арену. Как я знаю. Да? По-моему, 20-кратный чемпион Австралии Нолта. Базар. В общем, вот памятник. Короче, это великая арена 20 Grand Slam. Теннисистов. Рядом с ними мы будем выступать. Мой кумир. Звезда. Скажите пару слов. Финалист. Последний Китай сделал. Да, да. Можно с финалистом? У него один. Что там, поздравляю. Финалист находится. Видели пицуху? Она не играет роли. Есть чисто пресс. И численность участников. Было много участников, но я был один. Ну, ты был самый. Лучшим просто. Да, лучшим. Ну, первая восьмерка финалистов, это точно. Ставим ставки. Я, конечно, за команду слева. Давайте посмотрим, как она играет. Я за команду справа. Их больше. Один XBet. Принимаем ставки. Честный выигрыш. Да. Так вот, ребята. Начинаем. Что сегодня? Второй день квалификации. Вчера мы попали в
втроем на финал. Я на кольца, Нариман на коня и Милат на вольное упражнение. Сегодня у нас с Милатом марафончик. У меня брусья перекладина, у Милата вольный прыжок, брусья перекладина. И вот как Австралия нас встречается в этот день. Дождь качает, мы уже пятый день здесь. Имеется в виду, в этот день встречает. Ты слушай меня. А так нам удачи сегодня. Все главное свое сделать. Удачи, я сегодня кайфую, ничего поделать. Все. Next on Carol Abbas, representing Kazakhstan, Milit Karimi. Едем навестить Милатика. Милатик, жди, скоро приедем. Мы с тобой выздоравливай, брат. Что там, Милка, в порядке? Мои подписчики уже запереживали, да? Да все нормально. Выздоравливай. Сегодня день финалов. Сегодня Нариман выступает на коне, я выступаю на кольцах. К сожалению, Милат травмировался. Так бы он сегодня тоже выступал на вольных. Делай. Спокойнее. Работай. Расслабляйся. Делай. Работай. Делай. Арон! Есть! Уу! Ты мой лучший! Последний раз золотую медаль на этапе Кубка мира выигрывали 6 лет назад. Хватит. Какие твои ощущения? Сейчас речь о доме. Первооткрыватель. Только начало. Ну ничего, я тоже выступил, свое кольцо сел. Главное, финалист. Жалко, на перекладине не попал. А так, в следующий раз еще посоветуемся, да? Красавчик, да, Римашка. Representing Kazakhstan, Nariman Kurbanov. До Казахстана, вам хочу.